В Актау стартовал республиканский дебатный турнир «Кубок Федерации профсоюзов». На повестке резолюции «Цифровой Казахстан. Переход на латиницу. Трудовые споры», а также изменения и дополнения в Трудовом кодексе. Цель дебатного турнира – поиск и поддержка молодых публичных профсоюзных лидеров из числа активистов первичных организаций, умеющих вести дискуссии и отстаивать свою точку зрения, грамотно и аргументированно защищать интересы своего коллектива для дальнейшего включения их в кадровый резерв организации. Мероприятие приурочено ко дню первого президента. Подобное первенство в стране проходит уже во второй раз. В прошлом году в городе Кустанай мангистауцы стали первыми. В течение 2 дней за право обладания кубком в интеллектуальных баталиях сойдутся молодые активисты профсоюзного движения до 35 лет. Всего участие принимают 20 команд из 7 областей. Победитель будет определен 30 ноября. Республикадан. Жеті өңірдің өкілдері қатысып жатыр. К нам приехали ребята из Астаны, Шымкента, Павлодара, Атырау, Уральска. Ранее турнир проходил в городе Кустанай. Там кубок взяла наша команда «Мангистау-Мунайгаз». Кубок переходящий в этом году мы организаторы. В ходе турнира звучат весьма интересные предложения. Участники раскрывают актуальные темы.